Золото и серебро привезли боксеры, воспитанники дворца спорта «Норд» с 30-го областного турнира класса «Б» памяти основателя слободской школы бокса Геннадия Буланова. В Кировской области на ринг вышло более 200 спортсменов из 7 регионов России. Героем прошедшего турнира стал 15-летний Ренат Магирамов. В весовой категории до 42 килограммов он завоевал первое место. На ринг спортивного комплекса «Красный Октябрь» юный спортсмен выходил дважды. В полуфинале вырвал победу у нижегородского спортсмена. А вот финальная встреча на ринге с кировчанином заставила Рената изрядно поволноваться. Боев в нем было много, чем у меня. Ну, был такой нормальный соперник. Немножко получше меня был. Но я это... Вот техника его сделала. Удача в турнире сопутствовала и двоюродному брату Рената Кенану Исмаилову. В своей возрастной группе он стал серебряным призером, проиграв в финальном бою сильнейшему спортсмену Кировской области. Всего на ринг в спортивном комплексе вышло более 200 спортсменов из Санкт-Петербурга, Нижегородской, Кемеровской областей, Пермского края, Республики Коми, Архангельской области и Ненецкого округа. Наш регион представляли 8 боксеров, но не всем удалось дойти до пьедестала почета. Денис Асташев и Дмитрий Рочев проиграли во вторых боях будущим победителям турнира. По словам тренера Александра Андрюкова, матчи проходили практически на равных. Можно поставить им четверочку. Кто-то не справился немножко с волнением. Были ребята, которые только второй раз выезжают. Но, в принципе, показали ту работу, которую мы с ними проводим. В правильном направлении двигаются, стараются. Ну, выходят на свой уровень потихонечку. Ближайшие состязания юных боксеров ждут уже завтра. В 12 часов в Красном стартует турнир по боксу «Арктическое сияние». Участие примут 50 спортсменов из города Искателей и Красного. В рамках турнира определят лучшего боксера. Он получит специальный приз от губернатора региона. Алена Валей, Вадим Носкин, Игорь Рочев, телеканал «Север».